Я дуже люблю книги, але живу в країні, де книга коштує дорожче, ніж пляшка горілки. Про гроші, книги і видавничий бізнес ми говоримо у цьому ефірі. Бізнес-діалог на 8-му каналі. Я вітаю наших глядачів і вітаю Ольгу Іванову, керуючого партнера та ідейного натхненника видавництва мотиваційних книг. Долучайтесь. Пані Ольго, я вас вітаю. Здравствуйте. Ну, начнем давайте с рынка издательского. Вы в этом бизнесе уже несколько лет. Как бы вы оценили, как изменяется популярность среди украинцев? Популярны ли книги? Наверное, больше да, чем нет. Особенно в последнее время именно украинские издательства сейчас намного лучше стали чувствовать, чем раньше. Украинские издательства сейчас могут покупать права на европейском рынке, могут издавать трендовые книги. Ну, такая появилась у них возможность с 2014 года. В каждом рынке есть большие-большие компании, да, большие издательства в данном случае, которые раньше покупали права, эксклюзивные права на перевод, допустим, и на продажу на СНГ-пространстве. А сейчас нет такой возможности, нет такой монополии. Сейчас продают отдельно права на украинскую территорию. Сейчас очень много книг, которые переведены на украинский язык. И, в общем-то, даже бизнес-литература, если раньше она к нам приезжала, то сейчас украинские издательства могут ее, в общем-то, печатать. Поэтому стало книг больше. Стало книг больше, свидетельствует ли это о том, что направление стало более прибыльным и популярным? Покупают ли их? Наши книги точно хорошо покупаются, хорошо продаются, но мы на самом деле продаем свои книги через свой собственный канал продаж больше всего. Да, мы работаем со всеми дистрибьюторами Украины, но на сегодняшний день у нас очень мало книжных магазинов. И это есть большая проблема, поэтому я всей книжной розницы не могу сказать. То есть сейчас специализированных магазинов стало очень-очень мало. А люди уже отвыкли ездить на книжные рынки. И в связи с этим я, в общем, не очень понимаю, что сейчас происходит вообще с этой покупательской способностью. Но сейчас есть большое преимущество. Любую книгу можно купить в интернете с доставкой на дом, с доставкой на отделение почты возле дома. Поэтому, в общем-то, те, кто хотят читать, они читают. Вот, кстати, о доступности благодаря интернету. С появлением современных гаджетов, с появлением электронных книг, как трансформировалась отрасль? Потому что тогда изначально говорили о том, что это будет крах издательского дела. Ваша оценка? Конечно же, очень многие именно жанры, они, в общем-то, ушли в электронный формат. Вот. Но на сегодняшний день показывают тенденции рынка. Вот детская литература, она вот как была востребована в печатном виде, так она и есть. Подарочная книга, она востребована. Наверное, бизнес-книга, она опять же может быть и подарочная, и в то же время там, на заметках чего-то записать, и хотелось бы иметь эту книгу на полке. Вот эти книги, они... Ну это как имиджевый подарок, наверное, да, скорее воспринимается? Да, 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 да. Вот эти книги на сегодняшний день в любом случае, ну то есть в тренде, они продаваемы и покупаемы. Скажите, когда выбирали направление, вы в партнерстве с Ицхаком Пентасевичем, да, открывали эту компанию? Да, да. Почему выбирали направление мотивационных книг и бизнес-литературы? Ну потому что издательство изначально задумывалось вообще как издательство одноименного автора Ицхака Пентасевича. А потом мы поняли, что мы можем сейчас привлекать тоже и к издательскому делу этих экспертов, которым есть чем поделиться с миром. И получились очень хорошие проекты, потому что вот все книги, которые мы издаем, они у нас хорошо продаются и покупаются. Раскрывайте секреты. Хорошо продаются это каким тиражом? Сравнить? Ну, мы бизнес-каналы, нам интересны цифры. Есть с чем сравнить, но если мы продали 5000 тираж за год, это очень хороший как бы показатель. Угу. Вот. Конечно же, заработать на каждой книге можно больше, если ты продал эти же 5000, там, например, там, за 3-4-5 месяцев, но это нереально. Нереально. Все-таки как бы 5000 за год это считается хороший тираж и хорошая цифра в продажах. Рассказывайте тогда бестселлер. Конечно, Ицхак Пентасевич, книга «Действуй». У нас не так давно появилась эта книга, возможность продавать ее в Украине, потому что права были, была исключительная лицензия, и мы не могли продавать в Украине. И, конечно, это та книга, которую мы продали тиражом 5000 за год. Какие книги еще являются бестселлерами? Это, конечно, детская серия, она называется на украинском «Видатні особистості». И есть лидеры продаж, это Эйнштейн, Джобс, Шанель. Сейчас вышел Илон Маск, я думаю, что это как раз будет тоже та новинка, которая будет бестселлером. Еще у нас есть такой проект, как «Притчи»,
Вот мы его продаем уже, наверное, года 4. Это, я могу сказать, что хит продаж до сих пор. Детская литература. А в чем особенность издания именно такого сегмента? Но опять же, мы не уходим от нашего позиционирования мотивационной и полезной книги, поэтому в этой линейке детских книг у нас вышли биографии великих людей, которые чего-то достигли в жизни, которые могут замотивировать своим успехом наших детей. Обязательно изложено 50% детства, чтобы ребенку было... Детство персонажа. Детство персонажа, да. Чтобы ребенку было понятно, что это такой же обычный мальчик или обычная девочка. Мы рассказываем в этих книгах, с кем он дружил, какие были взаимоотношения с родителями, где жили, в каких условиях, в каких школах учились. Ну, а, соответственно, уже потом об успехе. Таким образом, мы переходим не только, скажем так, просто в издательство, которое печатает прикладные книги или издает, да, а мы уже, у нас какая-то просветительская миссия, и вот еще наш такой вот девиз – это качественный досуг родителей детей. Это именно те книги, которые интересно читать взрослым и детям. Вот это, ну, прекрасный повод прочитать. После каждой главы есть вопросы, на которые можно поговорить или чтобы ребенок ответил. А потом это можно перейти к какому-то диалогу. А как у тебя в школе? А как у тебя с друзьями? То есть это на самом деле вот... Я очень рекомендую всем родителям и детям, собственно, читать книжки. По какому принципу отбираются персонажи, которые попадут в этот цикл? В этот день особистости вышло 12 книг, и эти персонажи были отобраны с помощью исследования маркетинга. Мы проводили фокус-группу. Респондентами были родители, у кого более 2 детей. И эти родители нам рассказывали, о ком бы им бы хотелось прочитать их детям, или о ком бы хотелось, чтобы их дети прочитали. И там был список, наверное, 70 было персонажей. Я отобрала 20-ку, топ-20. И, в общем, пока мы издали только 12. Но у нас есть еще одна замечательная серия, которая называется «Великі українці». Угу. Вот это люди, які творили историю. И вот эта серия у нас совсем-совсем недавно вышла, она тоже для детей. И я вам расскажу, что меня, в общем-то, вдохновило на... создание этой книги. Мы с дочкой ехали по Краснозвездному проспекту, который переименовали в Лобановский. Я у нее спрашиваю, ты знаешь, что такое Лобановский? И она мне говорит, нет, а ей 10 лет. Угу. И я поняла, что скоро наши дети, как и мы, ну, не все улицы знаем, кто это люди, что они сделали. Вот, и мы решили, что нам обязательно нужна такая серия, где мы будем рассказывать о тех людях, которые не только сделали что-то выдающееся, а еще прославили Украину на весь мир. Вот. И первые книги в этой серии — это у нас Сикорский, Леонид Кайданюк, первый и пока единственный астронавт Украины, и Роксолана. И сейчас вот в декабре выйдет книга о Лобановском. Роксолана, Кайданюк, Сикорский. Интересно, кто будет дальше? Есть уже дальше планы? Вот Лобановский в Лобановский. Декабре. Дальше еще нет? Есть. Гузар. Любомир Гузар. Я тоже считаю, что это легендарная личность, о которой дети должны знать, что он сделал и, ну, как это повлияло вообще на о том, чтобы знали Украину на весь мир. Еще будет Скрябин. Но Скрябин — это все-таки больше масштаба не мира, да, но все равно это та легендарная личность. Мы решили, что должны быть еще и современники, потому что, ну, во-первых, сейчас еще это не ушло так в далекую историю, что еще все-таки песни есть на радио. Буду. Ваш прогноз, кто станет лидером? Ну, мне кажется, Лобановский должен, конечно, подтянуть. Там просто еще будет определенная фишка в обложке, я пока не могу раскрывать тайну. Я думаю, что вот именно мы с помощью, ну, вот, то есть обратим внимание на эту серию. Потому что, ну, на жаль, но на сегодня Джобса и Эйнштейна покупают охотнее, чем Сикорского и Кайданюка. Очень социальный проект, очень полезный и патриотический. Есть ли поддержка государства? Наши книги сейчас закупили в библиотеке. Мы участвовали в конкурсе, за нас проголосовали очень большое количество людей из комиссии, и это было очень приятно. Перейдем тогда к бизнес-литературе и мотивационной литературе. Каким образом здесь происходит отбор авторов, с кем начинаете сотрудничать и кого начинаете издавать? Мы сотрудничаем, опять же, с Ицхаком Петасевичем, мы партнеры. И на его мероприятиях очень много бывает различных спикеров. Мы смотрим тоже, как реагируют. Он участвует в различных бизнес-форумах, ну, каких-то конференциях. И вот там есть возможность увидеть
этих экспертов, которым есть чем поделиться с миром, у которых уже есть какая-то наработка, у которых, опять же, есть уже фанаты, которые, ну, которым это уже все интересно. И это в первую очередь попадает вот, под наш прицел, и мы тогда начинаем вступать в переговоры и предлагать сотрудничество, стать нашим автором. Скажите, все-таки анализируется это как бизнес-проект, насколько он будет прибыльным, либо по какой-то шкале полезность того, что он дает в своей книге? Если это будет полная туфта, ну, оно не выйдет под издательство. Ну, в серии, например, Ицхака Пентасевича, и он рекомендует. Он лично вычитывает все материалы перед? Ну, мы с ним согласовываем. Нет, вычитываю лично я. Вот, поэтому... Была туфта, подавали туфту? Конечно. Но на самом деле очень много людей хотят быть писателем. Сейчас же это очень модно. Очень много курсов, как стать писателем. Как да стать... вы что? Да, поэтому как сейчас... стать успешным писателем, ну, самым продаваемым, есть такое, нет? Ну, не знаю, наверное, есть, но я думаю, что скоро нужно уже будет проводить курсы, как издать книгу, потому что уже очень много людей написали книги и не знают теперь, что с ними делать. Хорошо, тогда давайте мне еще совет для авторов, толковых авторов, адекватных, которые действительно подготовили полезный и интересный продукт. Каким образом можно начать сотрудничество, хотя бы презентовать вам свою идею, на каких условиях это все происходит? Но в первую очередь нужно написать синопсис, да? Вот, о чем книга, для кого книга, и что, чем делится человек, да? Потом нужно заполнить бренд-бриф, да, где будет какая-то, ну, как, чтобы было понятно, что это за эксперт, как давно он на рынке. Вот. Ну, а, соответственно, потом это отправляется в издательство, это рассматривается. Издаться. Дорогое удовольствие? Дорогое. Дорогое. Порядок Но, цифр нам скажете? Вы понимаете, это не очень, ну, как бы правильно будет, потому что издание изданию рознь. Да? То есть, если мы говорим о детской книге, здесь, например, бумага. Это бумага шведская, Мюнкен, это дорогая бумага. Но мы не можем себе позволить печатать на обычной бумаге, потому что книга должна быть легкая. Она должна быть приятна глазу, чтобы вот белизна не портила зрение. Вот, поэтому, если, во-первых, цветная, не цветная, твердая, не твердая, формат. Угу. Понимаете, вот у нас книги, они не формат, поэтому они дороже, чем формат, да, допустим. Поэтому, но в среднем издание книги, только печать, это где-то, ну, около 30 тысяч гривен за 1000 экземпляров. Угу. Это только печать. А если мы говорим еще о допечатной подготовке, ну, это тоже могут быть, но это тоже настолько индивидуально, потому что... Ну, мы хотя бы приоткрыть завесу тайны, раз мы уже говорим об этом бизнесе, мы даем секреты. Скажите, если вы утверждаете какого-то автора и начинаете с ним работать, издательство берет на себя изначальное финансирование проекта? Если мы выступаем инициаторами, да, конечно, мы тогда полностью берем все за свой счет и платим еще роялти автору. Маркетинг потом всей этой истории. Обязательно. Обязательный маркетинг. Потому что вот что касается, например, украинского кино. У нас был диалог, и говорили о том, что иногда продакшн может стоить дешевле, чем потом маркетинг, как в издательском здесь деле. То же самое. Порой бывает, что мы на первом тираже ничего не зарабатываем. И, как правило, мы начинаем зарабатывать уже там со второго тиража. Поэтому в наших интересах издавать те книги, которые имеют длинный жизненный цикл. Не те, которые вот, да, вот тема какая-то на слуху, сегодня и сейчас, а там через полгода это никому не интересно. Потому что первый тираж очень много вкладывается в маркетинг. Спасибо. Я вам благодарна, я вам желаю удачи и выйти далеко за пределы территории Украины. Спасибо большое. На цьому зараз ставимо крапку. Нашим гостем була Ольга Іванова, керуючий партнер та ідейний натхненник видавництва мотиваційних книг. І говорили ми про гроші, книги та видавничий бізнес. І пам'ятайте, книгу замінити нічим не можна, попри новітні відкриття, нові варіанти збереження інформації. Не кваптеся розлучатися з книгою. Мудрості вам гармонії та корисних книжок. Залишайтесь на восьмому та будьте успішні!